Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы будем вязать вот этот вот джемпер, который у нас от Brunello Cucinelli. Вот эта модель с широким рукавом, вы видите на фотографии, я вам сейчас покажу. Конечно же, это а-ля джемпер Brunello Cucinelli. Вот, ну, по мотивам назовем его. Для начала хочу сказать, никогда не думала, что я произнесу эти слова, девчонки. К сожалению, вы все знаете, какая сложилась ситуация на Ютубе. И все мы живые люди, и всем нам нужно за что-то жить. Да, я произношу эти слова, за 6 лет никогда в жизни ничего нигде не просила, но я имею в виду за 6 лет моего блогерства. Но вот сложилась такая ситуация. Мне просто не хочется бросать канал, девчонки. Денег он сейчас не приносит. То есть доход мой был только с монетизации. Если у кого-то есть возможность помочь каналу, понятное дело, что я пойду на работу, но чтобы я параллельно могла заниматься еще и каналом, мне, конечно же, нужна поддержка. Поэтому кто может, девчонки, никого, никто не должен. Абсолютно никто не должен. Кто может, под видео ссылочки на все мои возможные как бы варианты оплаты, там и украинская карта, чешская карта, донат, в общем, кому как удобно. Кто может, еще раз повторюсь, мне ужасно стыдно, я признаю это, и мне стыдно, но у меня просто нет другого выхода. Как только все вернется на круги своя, мы это все отменим. Вот я отменю, потому что вся моя команда — это я, и все мои, вот последнее время у меня все было с утра до вечера занято Ютубом. Сейчас я не могу себе позволить это в той же мере заниматься Ютубом и снимать столько, сколько я снимала, потому что мне нужно за что-то жить. Вот. Ну, а у кого нет возможности, девчонки, лайк, комментарий, я буду благодарна, это поможет продвижению канала, и дай нам Бог сил и выдержки. Все, а теперь поехали. Значит, вязала я из вот такой вот пряжи, это пряжа заказчицы итальянская. Боже, сказала эти слова и заикаться начала, насколько для меня непривычно вот это вот. Ой, кошмар. Ну, я просто, у меня нет выхода. Значит, 70% здесь шерсть, 30% полиэстер, по-моему, вот. В любом случае, это стоковая пряжа и 170 метров в 100 граммах. Вот ориентируйтесь на 170 метров в 100 граммах. Сама модель у Cucinelli, она летняя. Я же связала как бы по той модели, но зимний вариант. Вы же, понятное дело, сейчас будете вязать летний, вот найдите какие-то хлопочек, лен, что угодно, любую летнюю пряжу. Вот, вязала в одном размере, так как вот... Нет у меня, правда, нет сил у меня считать на все размеры сейчас. Поэтому единственное, что я вам скажу, сейчас еще с плотностью мы разберемся, что я вам скажу, что модель простая. Смотрите, это два прямоугольника. Горловину вы можете оставить на любой размер, рукав вы можете оставить на любой размер, как я вязала. То есть тут увеличить или уменьшить эту деталь совершенно несложно, потому что моя деталь, вот это, что я вязала, ширина 60 сантиметров. Вот смотрите, у меня где-то 44-46 размер. Вот это вот где-то на 40, я имею в виду русский размер, вот, где-то 40 европейский мой размер, и вот это я на него вязала. На мне вы увидите в конце видео у меня всегда, не возмущайтесь, девчонки, у меня вот так вот, я думаю, нетрудно перемотать видео. В общем, как увеличить? У меня ширина 10 раппортов, добавляйте раппорт. Либо один, либо два раппорта. Сколько у нас сантиметров у меня раппорт? Так, у меня один раппорт равен 6 сантиметрам. Вот на это ориентируемся. На высоту не ориентируемся. Значит, все у меня прописано здесь. В раппортах, в рядах и в сантиметрах для контроля. Вот это базовая вещь. Вы сейчас заскриньте вот этот как бы схему. Горловина для любого размера тоже подойдет. Она очень, как бы, любая голова сюда войдет. И я думаю, вам этого будет достаточно. Рукав прямой тоже, я думаю, достаточно. Захотите шире — добавите один раппорт, захотите уже — уберете. Кто захочет, сделайте здесь обычный рукав вот с убавлением, и классический рукав тоже, я думаю, не проблема в каждом шестом ряду сделать убавление.
и сделать классический рукав. Поэтому я думаю, что это такая модель, как бы, что вы ее легко скорректируете. И здесь рассчитывать не нужно, здесь даже просто попробовать, ну, плотности подогнать по плотности. Сам процесс, как бы, что, зачем, как разделить, как соединить, это все в этом видео, девчонки. Вот. Далее у меня схема. Вот она схема, тоже, пожалуйста. Видно? Заскриньте. Вот здесь вот я. Эта схема двух рапортов, поворотных рядов. Вот, в общем, высоту это два рапорта, вот он один. И вот он один. Нет, не так. Вот видите, я здесь начеркала вот так вот, один рапорт. Вот эта петля, она дополнительная. Вот. Рапорт в круговую, вот он. Это 7 петель рапорта в круговую. И единственное, девчонки, что вот здесь вот в начале рапорта, когда в круговую, это все я оговорю в процессе, но я сейчас как бы обращаю на это внимание, потому что есть тенденция, что вы проматываете, да, схему взяли, а у меня не сходится. Вот поэтому я сейчас прямо у схемы говорю, что вот здесь вот будет в третьем ряду несоответствие. Вот здесь вот в этом ряду будет начало чуть другое. Дальше уже рапорт идет сам по себе, повторяется. То есть в начале. Но об этом я говорю, как там просто три лицевые в начале. Вот. Значит, вот так вот, мои хорошие. Мы начинаем. Про пряжу я сказала. Выберите любую летнюю пряжу, и будет вам летний джемперочек. Итак, начинаем мы самыми тонкими спицами набирать петли. Значит, набор петель называется качели и набирается вот таким вот образом. Захватывается первая петля, далее вводим под заднюю нить и достаем переднюю. И наоборот, вводим под переднюю, достаем заднюю. И вот таким вот образом, чередуя одну и вторую, мы набираем нужное количество петель. В моем случае это 140 петель. Так, 140 петель я набрала, теперь здесь вот обязательно сделать узел, потому что распустится. И первый ряд мы провязываем по узору. Сейчас показываю как. Значит, здесь вот видно, что это лицевая петля. И я провязываю лицевой, далее изнаночная. В этом способе набора очень хорошо видно, вот она, видите, такая галочка лицевая, вверх ногами галочка, где узелочек, изнаночная. Таким образом провязываем один ряд этими же спицами. Итак, я довязываю до конца ряд. Вот последняя у меня изнаночная. Теперь нам нужно сомкнуть в кольцо. Выравниваем хорошо, чтобы вот ребром вот так вот вверх. Так, обязательно контролируем это все дело, потому что здесь судьба зависит. Еще раз проверяю. Все никак. Да. Все. Теперь здесь я привяжу вот это все дело узлом.
и вяжем еще раз. Этими спицами еще круг вяжем. Здесь уже видно, где у нас лицевая, где у нас изнаночная. Я вяжу круг резинки. Довязываю я один круг до конца, вот по нити ориентируюсь, и далее перехожу на спицы 3,5, там следующая у меня, и я буду переходить на эти спицы и вязать резинку. Пару петель провяжу, чтобы здесь у меня не разодралось. Так, оставляю вот эту вот спицу, перехожу на 3,5. Ну, так, продолжаю. Так, я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 11 рядов всего. Дальше хватит. Вот мне нравится так. Так, я провязала 11 рядов. И теперь начинаем задействовать маркеры и вязать основной узор. Переходим на спицы 5 миллиметров. Так. И цепляем первый маркер. Желательно взять разноцветный, чтобы понимать. Это будет красный маркер начала узора. И я вяжу, так, первый раппорт. Итак, первый раппорт, ориентируемся по схеме. Две петли вместе с уклоном вправо. Вот так вот я повернула их, провязала две петли вместе с уклоном вправо. Далее, накид, лицевая, накид, две лицевые, две петли вместе с уклоном влево. Просто здесь ничего поворачивать не нужно, просто провязываем. Цепляем маркер, конец раппорта, 7 петель раппорт. Снова то же самое, 2 петли вместе с уклоном вправо. Здесь я поворачиваю только первую петлю, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе с уклоном влево. Это не обязательно отделять каждый раппорт маркером. Это тому, кто боится запутаться. Сейчас я дальше, я буду продолжать вязать вот по 7, вот повторять эти 7 петель, повторять раппорт. Вот 7. И пошла дальше. Две петли вместе, накид, лицевая, накид, и я забыла спицы. Видите, вяжу с вами, забыла спицы, накид, две лицевые, ладно. Так, и вяжу до красного маркера вот этими вот раппортами. Я сейчас начну вязать этой спицей, я забыла. Так, вот я довязываю до конца. Накид, лицевая, накид. Две лицевые. И две вместе лицевой с уклоном влево. Если лицевая, я ее поворачиваю. Далее второй ряд, все петли провязываем лицевыми, накид тоже лицевой. Так, петли разворачиваем, то есть за переднюю стенку вяжем все петли, а вот где вместе, то не разворачиваем, то за заднюю. Так, еще раз, за переднюю, накид, за переднюю стенку, накид, передняя, там где в две вместе, нет, тоже за переднюю, девчонки, все за переднюю стенку. И так круг. Я сейчас, видите, поздно начала с
спицы использовать номер 5. Поэтому мне придется еще чуть довязать. Вяжу ряд до конца лицевыми петлями. Так, довязываю ряд лицевыми петлями. Вот он виднеется, мой красный маркер. Теперь 2. Так, теперь 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид. Две вместе лицевой с уклоном влево. И теперь вот смотрите, теперь маркеры не нужны, потому что мы задействуем петлю отсюда одну. Видите? Поэтому я их использовать не буду. Две вместе лицевой с уклоном вправо. Две лицевые. Накид, лицевая, накид. Две вместе лицевой с уклоном влево. И две вместе лицевой с уклоном вправо. Две лицевые. Пошли я повторять. 2 лицевые, накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с уклоном влево. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 2 лицевые, накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с уклоном влево. И 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Далее повторяем. 2 лицевые и так далее. Накид, лицевая, накид. До красного маркера. Так, итак, в конце ряда, вот смотрите, что у нас. 2 вместе с уклоном вправо. Далее 2 лицевые, накид, лицевая, накид. И тут получается, что нам не хватает петли, но у нас... 2 вместе лицевой с уклоном влево. И здесь мы одалживаем отсюда, потому что мы в каждом рапорте одалживаем эту петлю. То есть в третьем ряду мы переносим одну петлю отсюда. И провязываем 2 вместе с уклоном вправо. И далее четвертый ряд лицевыми петлями. Четвертый ряд я провязала лицевыми петлями. И далее мы повторяем с первого ряда. Вот точно так же, как мы вязали первый ряд. 2 вместе с уклоном вправо. Накид, лицевая, накид. 2 лицевые. 2 вместе с уклоном влево. 2 вместе с уклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе с уклоном влево, 2 вместе с уклоном вправо и так далее. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые и так далее. В общем, как первый ряд. Так, провязано у меня 43 ряда. Вот в сантиметрах это пока 22 основного, 26 сантиметров, вот, если с резинкой брать, 43 ряда. В 44 ряду, вот я сейчас довязываю 43 ряд. Далее мы вяжем четный ряд лицевыми петлями. Из вот этой вот первой петли мы достаем 1, 2, 3, 4 петли нам нужно сделать. И четвертую петлю вот из вот этой вот петли мы провязываем вот так со скрещенной. 4 петли. Далее вяжем лицевую, лицевыми петлями. Что я сделала? Я разделила еще
по 70 петель. Вот здесь у меня было обозначено начало ряда, и от него 70 петель я отсчитала и поставила второй маркер, то есть разделила пополам все вязание. У вас это вот я, у вас будет ваше число. Вот вторая половина. Вот обратите внимание, где у меня, когда заканчивается раппорт, второй маркер. Вот очень важно. Здесь тоже мы делаем из первой петли 4. Накид, лицевая и со скрещенной отсюда вывязываем. То есть из одной петли мы сделали 4. Сейчас мы будем разделять это все дело. Я довязываю до конца ряда. Вот он, конец ряда у меня обозначен красным маркером. Я уже так привыкла и так вяжу. Что мы сделали? Мы добавили по 3 петли, по сути. Это нужно для разделения, чтобы из чего-то сделать кромочные. И одну петлю для симметрии. Вот. Когда мы довязали ряд до конца, вот круг, вот у нас добавление, и здесь у нас добавление. Теперь что мы делаем? Мы снимаем маркер и одну петлю переносим сюда, из этих дополнительных, и одеваем снова маркер. Теперь вяжем из этих петель, 2 петли провязываем лицевой. Далее начинается наш узор. 2 петли вместе с уклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, и так вяжем до вот этого вот маркера. Вяжем по узору 10 раппортов. В моем случае 10 раппортов, в вашем случае ваше число. Так, и в конце провязываем последние петли по узору, снимаем маркер и отсюда забираем одну петлю изнаночную, кромочную. Все, цепляем маркер. Или можно перейти на другие спицы, пока я цепляю маркер, чтобы не потеряться, поворачиваемся. Далее я вяжу поворотными рядами только вот эти вот 73 петли. Вот они у меня. 73 петли, 3 дополнительные и 70 это мои 10 раппортов. Так, довязываем до маркера, здесь поворачиваемся, у нас будут поворотные ряды, потом маркер можно снять. Так, здесь 2 вместе лицевой с уклоном вправо, накид, лицевая, накид,
две лицевые. Накид, лицевая, накид, две лицевые. Здесь две вместе лицевой с уклоном вправо, две лицевые, накид, лицевая, накид. Две вместе с уклоном влево, две вместе с уклоном вправо, две лицевые, накид, лицевая, накид. Так, теперь здесь обращу внимание на за какую стеночку вязать. Значит, в поворотных рядах. И сразу я вам не показала, потому что там у меня был распущенный ряд. Я чуть не так связала, вам распускала и показывала. Теперь смотрите. Значит, две лицевые мы вяжем за заднюю стенку. При поворотных рядах мы вяжем за заднюю стенку, за вот эту вот. Накид, вот смотрите, лицевая, накид, две вместе с уклоном влево, туда они у нас ложатся хорошо, мы их просто провязываем, две вместе с уклоном вправо, мы вот таким вот образом поворачиваем и провязываем. То есть в поворотных рядах у нас это все наоборот, потому что петля развернута по-другому. Вот. И продолжаем вязать уже по вот этой вот схеме. Далее. Здесь у нас остается одна дополнительная петля в этом ряду, изнаночная, и поворачиваемся. Изнаночный ряд. Здесь уже я маркеры сниму, здесь уже видно разделение. То есть вяжем мы вот эту вот одну половинку, спинку, половину петель. Продолжаем. Здесь. Две вместе лицевой с уклоном вправо, две лицевые, накид, лицевая, накид, две вместе с уклоном влево, две вместе с уклоном вправо, две лицевые, накид, лицевая, накид.
Так, теперь здесь обращу внимание на за какую стеночку вязать. Значит, в поворотных рядах. И сразу я вам не показала, потому что там у меня был распущенный ряд, я чуть не так связала, вам распускала и показывала. Теперь смотрите, значит, две лицевые мы вяжем за заднюю стенку. При поворотных рядах мы вяжем за заднюю стенку, за вот эту вот. Накид, вот смотрите, лицевая, накид, две вместе с уклоном влево туда, они у нас ложатся хорошо, мы их просто провязываем, две вместе с уклоном вправо, мы вот таким вот образом поворачиваем и провязываем. То есть в поворотных рядах у нас это все наоборот, потому что петля развернута по-другому. Вот. И продолжаем вязать уже по вот этой вот схеме. Далее. Здесь у нас остается одна дополнительная петля в этом ряду, изнаночная, и поворачиваемся. Изнаночный ряд. Здесь уже я маркеры сниму, здесь уже видно разделение. То есть вяжем мы вот эту вот одну половинку, спинку, половину петель. Продолжаем. Итак, здесь у меня провязано 42 ряда. Вот деталь спинки. Теперь я сделаю, теперь делаем скос плеча. Для этого в начале каждого ряда провязываем, сокращаем 4 петли. Раз, два, 3, 4. Здесь смотрим, как у нас лежат петли, да? Здесь у нас 2 лицевые. Вот 3 петли, 4 сократили, 3 петли из раппорта у нас осталось. Мы их провязываем лицевыми. И далее продолжаем следующий как бы раппорт. Провязала до конца ряда, поворачиваемся, в изнаночном ряду делаем то же самое, закрываем 4 петли. Раз, два, три, четыре, и вяжем ряд изнаночными петлями.
Так, изнаночный ряд довязала, поворачиваемся и снова в лицевом ряду 4 закрываем. Раз, два, три, 4. Далее, что у нас тут по узору? Мы одну петлю забрали с узора, поэтому провязываем лицевую и лицевую. Мы одну петлю из следующего раппорта, вот смотрите, закрыли, поэтому провязываем 1, 2, 3, 4 лицевые, накид, 2 вместе. И далее уже следующий раппорт начинаем сначала. И так далее продолжаем. Что это значит? Это значит, что я контролирую. На каждый раппорт у нас 2 накида и 2 сокращения. Если раппорт у нас не полный, вы можете, у вас может попасть на другой как бы ряд. В общем, на что обращаем внимание? Вот раппорт 7 петель. Вот, допустим, раппорт, да, 7 петель. На эти 7 петель у меня одно сокращение, второе сокращение, один накид и второй накид. То есть должно быть на 7 петель 2 сокращения и 2 накида. Если у вас одна петля ушла в сокращение, значит, вы убираете и аннулируете один накид, потому что нет сокращения, нечем компенсировать этот накид. То есть вы его просто не делаете, а делаете тот накид, на который есть 2 петли вместе в раппорте. Итак, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз я сделала сокращение с каждой стороны. Теперь оставшиеся петли я закрываю. То есть с космой составляет 20 петель. И по центру у меня остаются 33 петли. То есть 20-20 это 40. Всего у меня 73. Так, закрыли петли. И вот она, наша спинка. Вот, видно скосы плеча. Теперь вяжем переднюю деталь. Переднюю деталь. Начинаем с лицевого ряда, потому что мы здесь поворачивались. Я вот здесь вот привяжу нить. И вяжу по узору. Значит, тут у нас дополнительно первый раз я кромочную провязываю, потом буду снимать. Значит, что у меня здесь по узору? Здесь у меня накид, значит, вот это дополнительное. 2 петли с уклоном вправо. И поехали. Значит, еще один лайфхак вам расскажу. Смотрите, как я определяю, вот если вот так, начало ряда, и я не знаю, что у меня здесь в начале эти накид, лицевая накид, либо в конце накид, лицевая накид. Смотрите. Сейчас я начинаю новый раппорт. Итак, 2 петли вместе. Это новый раппорт с уклоном вправо. Теперь вот я не знаю, что мне провязать. 2 лицевые. Или... Да. Или делать накиды. Вот у нас вот эти вот веточки по 3 петли. Вот смотрите. 1, 2, 3. То есть по 3 накида. 1, 2, 3. Здесь вот эта веточка 1, 2, 3, значит, она закончилась. 3 накида уже есть. Вот это началось 1, 2, и нам нужен третий накид. То есть закончить эту веточку и отсюда начать следующую. Вот,
Следите за вот этим. Раз, два, три. Раз, два, три у вас должно быть. И вот таким образом вы определите, где у вас накиды. Вот здесь вот нам накид не нужен, значит, у нас в конце две лицевые. Это по поводу того, чтобы не путать, да, в таких местах рапорты, либо там на скосах, как определить, где вы находитесь, да, и как правильно сделать эти накиды. Это я так уже приспособилась. И вяжем ровно. А, это мы после кругового, смотрите, вязания. У меня еще тут не повернуты петли. Они будут повернуты там далее. Все, я вяжу ровно до горловины. Вот эти вот 73 петли. Итак, вот у меня эта часть провязана. Передняя деталь. Так вот это выглядит. И в рядах у меня здесь 30 рядов. Так, теперь провязываю 30 петель по узору. Разделяем, будем делать горловину. Итак, 30 петель по узору. 3. Как раз это у нас конец рапорта. Так, теперь закрываем 13 петель. Раз. Здесь у нас должно остаться тоже 30 петель. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 30 петель. Их я вяжу по узору. И теперь мы будем вязать вот эту вот часть только. Изнаночный ряд провязываем эти 30 петель. Со следующего ряда закрываем 2 петли. Раз, два. И вяжем по узору. И последнее сокращение. Две вместе провязываем. Это одна петля. Вот он такой полукруг у нас получается. И далее оставшиеся петли. У меня это 23 петли. Я вяжу ровно. И здесь у меня вот получается, девчонки, смотрите. Здесь у меня получается
не хватает одной петли для раппорта, поэтому первую половину раппорта я не вяжу. Это значит, что у меня здесь нет сокращения и нет вот здесь вот накида. У меня будет один накид и 2 вместе, то есть пол раппорта. То же самое вы делаете, у кого совпадет, то совпадет, да, у кого не совпадет, значит, не совпадет, как у меня. Помним, да, то, что я говорила, на одно сокращение один накид. Если у вас здесь не хватает петель, не делайте один накид и не делайте сокращение. Вот если у меня здесь не хватает петель на сокращение, я не делаю вот здесь вот накид, и все. Вот таким образом ориентируемся, да. Далее мы вяжем ровно, пока у нас не будет вот тоже количество петель по пройме, как и в спинке. Вот у меня там 40, ой, количество рядов. Далее вяжем ровно, пока у нас вот здесь вот не будет одинаковое количество рядов, как и на спинке, вот до этой точки. У меня это 42 ряда. Вот он наш, вот она правая полочка, я довязала. 42 ряда у меня от проймы здесь. И теперь сделаю здесь скос, точно так же, как на спинке. То есть сейчас у меня вот так вот, видим, сейчас делаем скос. Для этого все так же у меня здесь пол раппорта. Следите, если у вас получился раппорт, то получился раппорт. Если не получился, делаем половину точно так же, как я. Остальные петли вяжем лицевой гладью раппорта. Так, и с этой стороны, со стороны рукава, мы точно так же делаем сокращение по 4 петли. Раз, два, три и 4. Так как на спинке. Вот 4, 4, 4. В моем случае это 5 раз я так делаю и довязываю до конца, при этом делаем сокращение вот здесь вот в следующем изнаночном ряду 4 4 4 4. Вот он наш, вот она правая полочка, я довязала. 42 ряда у меня от проймы здесь, и теперь сделаю здесь скос точно так же, как на спинке. То есть сейчас у меня вот так вот, видим, сейчас делаем скос. Для этого все так же у меня здесь пол раппорта. Следите, если у вас получился раппорт, то получился раппорт. Если не получился, делаем половину точно так же, как я. Остальные петли вяжем лицевой гладью раппорта. Так, и с этой стороны, со стороны рукава, мы точно так же делаем сокращение по 4 петли. Раз, два, три и 4. Так как на спинке. Вот 4, 4, 4. В моем случае это 5 раз я так делаю и довязываю до конца, при этом делаем
сокращение вот здесь вот в следующем изнаночном ряду 4 4 4 4. Так, вот смотрите, у меня мало петель, поэтому у меня 1 2 3 4 сокращения, и здесь вот видите, осталось 7 петель. Я сокращение делала в изнаночном ряду, вот я сейчас в изнаночном закрою все 7 петель, это будет у меня 5-е как бы сокращение. Теперь я этой же нитью складываю со спинкой лицевыми сторонами вовнутрь и сшиваю. Вот. Это чтобы избежать узлов. Вот у нас и горловина. Сейчас вяжем левую булочку. Начинаем вот так вот с изнаночного ряда, привязываем нить. Я ее вот так вот пущу. И уже прямо сейчас начинаем сокращение. 1 2 3 4. Вот. Со стороны горловины и вяжем изнаночный ряд. Лицевой ряд вяжем по узору. Так, здесь у меня снова не хватает петель для раппорта, поэтому я 3 последние провязываю без изменений. Далее в изнаночном ряду 2 петли, 1 2. Так, лицевой ряд по узору. В изнаночном ряду еще 1 петля. Так, теперь мы снова вяжем ровно, пока у нас не будет от проймы 42 ряда. Мы не довяжем до этой точки. Так, вот я довязала и эту часть вверх. Вот видите, пройма у меня. И начинаю здесь у нас в лицевом ряду вот эти сокращения по 2 петли и я, по 4. Здесь у нас в лицевом ряду эти сокращения для скоса. 1 2 3 4.
4 и далее по узору. Так, 4 ряда, потом 5, последние 7 петель в конце закрываем. Здесь вот видите, 3 петли я провязала до конца рапорта, которой мне не хватает. Здесь остаюсь. Здесь закрываем оставшиеся петли. Эту петлю. И совмещаем вот здесь вот 4, возле 4, ой, вот так вот, и подцепляем отсюда, вот видите. Есть, значит, вот. Далее мы набираем петли горловины. Здесь я выворачиваю на лицевую сторону. Горловину мы будем вязать спицами 4 миллиметра. Ссылку на этот набор спиц у меня всегда спрашивают, я оставлю под видео в описании. Итак, по горловине я набираю петли.
Итак, я набрала 88 рядов у меня. И я первый ряд вяжу изнаночными петлями. Первый круг. Так, вот я круг провязала изнаночными петлями, теперь перехожу на резинку 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная, и вяжу высоту, нашу горловину. Итак, я провязала после ряда изнаночными петлями 7 рядов. И теперь я буду петли закрывать иглой. Можно, для кого этот способ сложный, можно закрыть любым другим для вас удобным способом. Итак, для начала я продеваю в лицевую петлю, далее подцепляю лицевую с вот этой вот спицы, с изнанки, и подцепляю лицевую с этой спицы. Более подробно этот способ я оставлю ссылку в описании. Но еще раз повторюсь, кому сложно, закройте просто петли обычным способом. Следующим этапом у нас рукав после горловины. Значит, что мы делаем? Мы на спице 5 миллиметров по рукаву набираем петли. Набираю я 63 петли, это у меня 9 рапортов. Каким образом набираю? Не из кромочной, девчонки. Вот смотрите, вот буду набирать вот так вот из петель первой петли, чтобы было красиво. Вот где у нас 2 вместе, я пропускаю, а здесь 3 петли. 1 2 3, снова, видите, между этими 2 вместе как раз получается у нас 63 петли. Вот приблизительно это у нас так и получится. 1 2 3. Так по кругу. Итак, 63 петли я набрала, значит, 31 31, и одну я здесь вытащила из шва. Вот первый ряд я вяжу лицевыми петлями, один круг. Здесь я ставлю маркер, чтобы понимать, где у меня начало ряда, где у меня конец ряда. Вот, вяжу один круг.
Второй ряд вяжем по узору. Это значит 2 петли вместе с уклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 петли вместе с уклоном влево. Так, еще раз повторю, 2 петли вместе с уклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 2 петли вместе с уклоном влево. И так повторяем до конца ряда 9 раз. Так, второй ряд, второй круг мы вяжем лицевыми петлями. За переднюю стенку накид провязываем лицевой. Так, третий ряд. Снимаем маркер, одну петлю провязываем лицевой и оставляем и одеваем маркер, то есть мы ее перенесли туда. Это у нас как бы в круговом ряду. Далее 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с уклоном влево, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, накид. И так до конца ряда. В конце ряда смотрим 2 вместе лицевой с уклоном влево и 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Все, мы задействовали вот эту петлю. У нас здесь происходит перенос. Четвертый ряд мы вяжем лицевыми петлями и далее продолжаем с первого ряда, то есть с первого ряда узора. Первый ряд, который мы провязали лицевыми петлями, не считается, он нулевой ряд. Провязала, так, рука вяжем 64 ряда, 16 рапортов. Вот, и далее я перехожу на спицы 4 миллиметра и вяжу резинкой 1 на 1. Все, никаких сокращений, добавлений, ничего не было. Ровный рукав, вот он, видите. Так, провязала, вот смотрите, рукав я 1, 2, 3, 4, 5, 11 рядов, как и по набору, как бы по низу 11 рядов здесь, и иглой закрыла все петли. Вот что единственное, что хочу, здесь я разутюжила все, а резиночку я сильно не утюжила, вот так легонечко ее просто как бы пропарила. А здесь я все очень хорошо, прям хорошо разутюжила, поэтому не бойтесь этого, не бойтесь. Все, девчонки, сейчас покажу на себе на манекене. Вот. Вот такой вот у меня мастер-класс. Я вас благодарю за просмотр. Давайте не теряться, давайте ставить VPN, давайте как-то пытаться работать дальше, потому что все события очень ужасные, но нужно жить, нужно продолжать жить, продолжать работать. Вот так вот. Всем добра и мира. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока.